Мы продолжаем. Государственные и частные инвестиции, вложенные в развитие туризма на востоке Казахстана, за год превысили 12 миллиардов тенге. Новым центром отдыха в регионе стало Бухтарминское водохранилище. Если прошлым летом его побережье посетили 55 тысяч человек, то в этом сезоне ожидают на треть больше. О росте количества гостей можно судить и по автомобильному трафику. В выходные в район Алтай из Усть-Каменогорска направляется больше 20 тысяч машин. Сами базы отдыха тоже стараются улучшить условия. Строят комфортабельные домики, обеспечивают горячим питанием. В планах даже запустить зимний туризм. Поэтому новые проекты уже предусматривают и строительство котельных, делится аким поселка Новая Бухтарма Нуржан Канапин. Развитие туризма, конечно, очень положительно влияет для нашего населенного пункта, так как наши местные предприниматели начинают расширять свое, так скажем, производство. Магазины, количество магазинов увеличивается, развивается также сфера услуг,